Большинство вопросов на встрече с жителями железнодорожного района касаются благоустройства. К примеру, в сквере Самфировой, который находится на улице Аэродромная, неплохо бы установить аттракционы для детей, говорят люди. Я часто гуляю в этом сквере с внуком. Но внуку практически там заняться нечем. Голубей мы каждый день кормим, наверное, будут уже страусы, а не голуби. И все детки хотели бы иметь там площадку детскую. В этом году в сквере уже запланировали установку скамеек и урн. Проработают вопрос и с детской площадкой. Бюджет действительно очень непростой. Я говорил о приоритетах. Давайте посмотрим, получится эти деньги найти или, может быть, часть денег. Значит, в зависимости от финансирования, какую-то часть сделаем. Но мы со счетов не сбрасываем. На встрече поднимается и вопрос о спортивных площадках. Будьте добры, ответьте на такой вопрос. А где вот наши дети могут бесплатно заниматься спортом? 3 площадки у вас будут в этом году сделаны. Школа-интерната, по-моему, 64-я школа и 134-я. Там будут площадки сделаны. Немало вопросов касаются и общественного транспорта. Люди просят тщательнее контролировать график движения трамваев. Я прошу вас лично, если это возможно, каждую неделю на планерке разбирать причины задержек трамваев свыше 20 минут. То есть любые. Либо ГАИ долго едет, либо аварийщики долго едут. Олег Фурсов поручил департаменту транспорта проверить интервалы движения трамваев. Посмотрите еще раз статистику аварий, в неделю сколько их проходит, среднее время прибытия, и при необходимости еще раз встретитесь с ГАИ тогда и обсудите, как можно на это реагировать более оперативно. Незаконные гаражи, парковки на газонах во дворах, переселение из ветхого жилья. Главе города поступают десятки обращений. Общение с жителями продолжается больше 3 часов. Сейчас в разгаре месячник по благоустройству. 23 апреля в Самаре пройдет общегородской субботник. Глава города обращается к самарцам с просьбой активнее участвовать в уборке. Хотя мы открыто всех приглашаем, даны жесткие установки главам районных администраций и управляющим компаниям снабжать инвентарем, краской, перчатками, граблями. Пожалуйста, приходите, работайте. Вы в первую очередь делаете красоту для себя, для своих детей. Такой формат общения мэра с горожанами уже стал традицией. Встречи с жителями запланированы во всех районах Самары. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.